Есть способ получить воистину чудовищные вычислительные мощности. Это квантовые компьютеры. И сегодня я расскажу про одну из таких систем. История похожа на детектив. Итак, есть такая канадская компания D-Wave Systems. Она с 2007 года заявляла о создании различных вариантов квантового компьютера. Точнее, полуквантового. Дело в том, что такие машины могут решать только ограниченный класс задач и используют сверхпроводниковые чипы при лютом холоде 20 микрокельвин. Первую такую машину они продали в 2011 году за 17 миллионов долларов. Армия ученых изучала этого гиганта, чтобы понять, действительно ли это квантовый компьютер. А в 2013 такую штуку приобрел Google. И вот, в 2015 году они подтвердили, квантовые эффекты действительно используются. В одной из задач машина D-Wave работала в 100 миллионов раз быстрее обычного компьютера. Правда, как я уже говорил, квантовость здесь проявляется только на ограниченном числе задач. Но лед тронулся! Удивительно, но с полуквантовыми компьютерами типа D-Wave естественно сочетаются нейронные сети, которые умеют самообучаться, то есть искусственный интеллект. И Google сейчас вовсю занимается этой задачей, но в закрытом виде. И наверняка не только Google, мораль. Крупные корпорации вовсю двигаются в индустрию 4.0. Нам бы не отстать.